потом начинает выливать. Давайте я Давайте. Дорогие друзья, рады приветствовать всех наших гостей, кто сегодня пришел в Центр славянских культур. Рады приветствовать многочисленную аудиторию наших социальных сетей в Фейсбуке и социальных сетей Болгарского культурного института в Москве. С нами сегодня Ирина Ромок, эксперт Болгарского культурного института, которая ежегодно радует нас мастер-классом по мартинице. Мартиница – это традиционный болгарский символ весны. И сегодня, 1 марта, он широко отмечается не только в Болгарии, но и вообще на всех кусочках нашей земли, где есть история этого замечательного праздника. Я с удовольствием передаю слово вам, Ирина, для того, чтобы вы познакомили наших гостей с традицией, с историей праздника и показали, как же можно сделать вот друг другу замечательные подарки. Екатерина, спасибо вам огромное. Большое спасибо Центру славянских культур. От Болгарского культурного института мы вам дарим две таких овечки. Пусть они будут здесь, пусть они радуют, потому что 1 марта Болгария дарит мартиницы. А пусть это не совсем обычные мартиницы, но тем не менее это на счастье, на здоровье. Честита Баба Марта. Честита Баба Марта. Спасибо. Добрый день. Очень рада, что мы здесь с вами сегодня встретились. Именно 1 марта. Это очень важно, потому что не только первый день весны, но именно сегодня в Болгарии встречают бабушку Марту. Это такой очень любимый фольклорный персонаж. Она серьезная дама, во многом даже злая. Говорят, что она очень обижается на своих двух братьев, на январь и на февраль. Поэтому задобрить ее нужно обязательно, иначе будет у нас весна долгая, холодная, неприятная. А вот если встретим бабушку Марту так, как следует, порадуем ее, то и весна скорее наступит, сугробы уйдут, солнышко будет ярким. Поэтому издревле в Болгарии существует традиция поздравлять друг друга с приходом весны и дарить мартиницы. Да, действительно, мартиницы – это такой символ из красно-белых ниток, по крайней мере, традиционно он делался именно из красных и белых ниток. Мы сегодня с вами начнем с азов. Самой первой мартиницы, которая была сделана, говорят, что более 1500 лет назад, тогда, когда существовало еще болгарское государство на Балканском полуострове, но есть такая легенда, что отправила болгарскому князю сестра весточку. И весточку эту несла птичка, весточка это была белая ниточка. Получил болгарский князь белую ниточку, но пока птичка летела, она подранила лапку, и ниточка стала чуть-чуть белая, чуть-чуть красная, наполовину белая, наполовину красная. Вот, собственно, символ такой доброй вести и стала символом добрых новостей, и стала красно-белая ниточка. Поэтому самая простая, самая первая мартиница делается из двух ниточек, из красно-белой. Сегодня это основа любой мартиницы. Вот на всех этих образцах, которые вы здесь видите, собственно, эта основа и присутствует. Да, обычная белая красная ниточка, я ее завязала посередине. Мы с вами будем делать вот такую мартиницу, как у меня. Очень просто. Разводим руки и крутим в противоположные стороны. Один конец в одну сторону, другой в другую. В натяг. Но именно должно быть натяжение, тогда все получится. Крутим, крутим, крутим. Просто главное в разные стороны пальчиками лучше. Пальчиками, да. И потом руки соединяем. Ой, видите, я отпустила, у меня она тоже закрутилась. Вот, давайте еще. Вот. Отпускайте. Отпускайте и соединяйте. Главное соединить. Угу. Да, все правильно. Просто отпускайте. Отпускайте, поправляйте. Вот, просто поправьте, да. Чем туже вы накрутите ниточки, тем мельче будет, будет переплетение. Вот.
А теперь просто узелочек свяжите. Вот, вот, отлично. И теперь узелочек на другом конце. Еще раз показываю. Крутим, крутим, крутим. И обязательно нужно на другом конце завязать узелочек, да, чтобы она не расплелась. Тогда все у нас с вами получится. Хоп. Вот. Вот такая у нас мартиночка получилась, да? Это может быть браслетик, а может быть основа под более крупную мартиницу. Вот. Получилось? Завязали? Ой, у вас вообще не получилось. Сильно не получилось. Завяжите обязательно узелочек на конце. Завяжите, отлично. Вот. То есть это самый простой вариант. Более сложный вариант – это такое плетение. У кого есть дочери? Нет. У вас дочка, внучка. Возьмите, пожалуйста. Да, приходилось ли вам плести косичку из четырех прядей? Нет. Значит, вот очень любимое плетение, мое любимое плетение для мартиницы из четырех ниточек. То есть мы с вами завязываем узелочек, да, у нас нитка завязана узелочек. Значит, раскладываем ее. Мне нравится, когда один цвет, допустим, красный по краям, а беленький цвет, две ниточки беленького цвета в серединке. Угу. Вот. И потом начинаем. Красный. Красный в центр перекрещиваем. Белый, белый. Я специально делаю слабенько, да, чтобы было видно плетение. Ну, в идеале, конечно, это нужно затягивать. Все время в центр? Да, все время в центр перекрещивая. Красный, вот белый, белый, угу. Красный, красный. Угу. Так? Не совсем. Сейчас. Смотрите, красный. Угу. Красный. Да. Белый с этой же, да, стороны. Да, с этой же стороны. Да. Вот только вот это не перекручивать. На самом деле, да, такое плетение легче делать вдвоем, когда кто-то держит вот здесь за узелочек. Или на гвоздик повесить. Или на, вот, да, так булавочкой, допустим, к подушке приколоть. И тогда будет все гораздо быстрее и веселее. То есть в Болгарии по традиции мартиницы делают всей семьей. Собираются, очень часто собираются в школе, то есть детки, для детей в школах проходят мастер-классы, учителя проводят занятия. Часто мамы учат. То есть, ну, наверное, в Болгарии нет ни одного ребенка, который бы не знал, что такое мастерница и как это все уплетет. Скажите, что должно получиться. Вот должна будет получиться такая иголочка. Вот, вот еще образец. Сейчас я иду к вам. Так, можно я сделаю вот так? Так, подскочу. Давайте, макраме. Должно в итоге одна получиться. Да, значит, смотрите. Держите за эту. Вот. Вот. В Болгарии 1 марта мартиницы дарят всем. Но, конечно, в основном их носят дети и девушки. Мужчины носят браслеты из мартиницы. Вот смотрите, в центр, в центр, в центр. Так, я здесь не могу. Напутала немножко. Ну, рассказывать легенды и плести одновременно тяжело. Так. Да. Так. Вот. Вернулись на исходную. Красные перекрестили, белые перекрестили, красные перекрестили, белые перекрестили. И вот получается елочка. Вот. Легче, конечно, было бы плести, если бы нитки были бы потолще. Угу. Тогда мартиница получилась бы толстая. Браслет-браслет. Вот. Ну вот как-то так.
Да, мне только сейчас нашло. Так туго у меня. Вот, а вы прям, да. Ослаблять чуть-чуть, нет, да? Нет, это может быть абсолютно разный вариант. Вы можете плести так, как вам удобно, так, как вам, вот как получается. Но, естественно, с первого раза получить идеальный вариант, наверное, сложно, поэтому ну, не расстраивайтесь, это процесс обучения. Да. Он должен быть идеальный. Да. Нет, идеальный для вас, у каждого он свой идеальный вариант, так, чтобы именно должно нравиться вам. А где носит мартиницу? Естественно, браслетики носят на руках, часто мартиницу прикалывают, спрашивают, куда, слева или справа. Если честно, то часто и в Болгарии не знают, как слева или справа, но опять же существует такая традиция, если вот вчитаться, то с правой стороны носят девушки незамужние, с левой стороны носят девушки, которые только недавно вышли замуж. В общем-то, молодые невесты, скажем так. Мужчины. Прочитала, посмеялась, удивилась, угу. Не знала этого раньше. Говорят, что если мужчина женатый, то на концах мартиницы, вот где у нас с вами узелочек, да, нельзя оставлять длинные нитки, нужно отрезать вот до самого узелочка. А если мужчина холостой. Вот, холостой, да. Болгарское слово у меня крутилось в голове. Это будет эрген по-болгарски. Uh-huh. Русское, спасибо. А если холостой мужчина, то может быть кончик и так. Да. Подлиннее. Да, подлиннее. Что касается самых таких традиционных мартиниц, которые делают вот в болгарской школе, на видео вы посмотрели. Это традиционная мартиница из двух таких, из двух частей, с белой и с красной. Пижу и пента, самый традиционный вариант, бывает разный. Вот такой с белой и с красной шерсти. Опять же, существует легенда, почему мальчик белый, а девочка красная. Мальчик пижу, это имя. Говорят, что в родопских селах был... В одном из родопских сел жил молодой человек, все его очень любили, он был работящий, невероятно красивый. Ха! Неправильно, товарищи. Наоборот. Значит, посмотрела на эту я мартиницу и удивилась, что же меня в ней смутило. На самом деле, традиционная болгарская мартиница должна быть наоборот. Мальчик должен быть красным, потому что мальчик был работящий, щеки у него были красные от работы. И поэтому в традиционной болгарской мартинице мальчик должен быть красным. А девушка, кожа ее была столь бела, столь чиста и невинна, что в традиционной мартинице пенда должна быть белого цвета. Хм. Вот. Но традиция эта в современной Болгарии тоже не всегда соблюдается. На самом деле существует огромные варианты, огромное количество вариантов мартиниц. Делаются они с всевозможными бусинами, с пластмассовыми деталями. Ну, наверное, самое любимое, самое ценное – это когда мартиница сделана вручную из шерсти, из натуральной шерсти. Самый такой приятный, красивый вариант. Прикалывают их на одежду. И как долго носят мартиницу? Опять же, в разных регионах страны существуют разные традиции. Но, наверное, то, с чем мы чаще всего сталкиваемся, это необходимо носить мартиницу, пока не зацветут деревья, пока не распустятся деревья, пока не появятся листочки. И тогда свою мартиницу нужно снять с пожеланиями здоровья и благополучия, повесить на эту ветку, на распустившуюся ветку. Еще есть вариант, когда кладут мартиницу под камень, в лесу под камень. И считается, что если ты поднял этот камень, чтобы спрятать свою мартиницу, а там муравьи ползают или еще какие-нибудь там насекомые, то значит год будет богатый, плодородный, и все будет у человека хорошо. Но с традицией, опять же, в разных регионах разные. Есть места, где по месяцу марту гадают. То есть человек после с 1 до 22 марта загадывает себе день, и вот какая будет погода в этот день, таким будет и год весь у человека конкретного. То есть если солнце будет,
на улице, то и год для человека будет солнечный, все у него будет хорошо, и удача будет, и в семье будет здоровье. Так, ну а мы с вами, наверное, готовы приступить к следующему плетению? Да. А что надо сделать? На конечке опять? Здесь, да, можно, да, узелочек завязать, узел. Да. То есть мы с вами сделали вариант браслета, который тоже хорошо был. Да. Еще далеко до конца. Тереться. Да. У меня вообще ничего не получилось. Я тоже. Мы с вами обязательно, да. Мы с вами обязательно доплетем это до конца. Давайте я вам. Давайте я вам еще раз вот эти заготовки раздам. Вот вам еще пригодятся. То есть, особенно если вы повязали первый браслет себе на руку, это вам еще пригодится вот сейчас. Возьмите, пожалуйста. Так, ну что ж, начнем с пижепенды, да? Угу. Ой. Так, здесь нам понадобятся мотки шерсти. Вот это имена такие, да? Да, это имена. Пижу. Мальчик, пенда, девочка. Ножницы. Ну что ж, существует, опять же, большое количество вариантов, но я люблю самый простой, который нам позволяет сделать пюскю, ну, то есть, а вот теперь скажите мне, как это по-русски, помпончик, да, скажем так, помпончик. Да, кисточку, да, собственно, своими руками. Берем ниточку и наматываем просто на ладошку. Чем мы больше намотаем... Любую красную-белую, да? Да, ну вы можете начать с любого. Хотите начать с белого цвета, хотите с красного. Мы с вами сделаем и то, и другое. Просто наматываем на ладошку. Чем больше вы намотаете, тем пушистее будет в итоге кисточка, да. Так. Я помню, у нас дети не могли остановиться на летней студии. Ну, это такой увлекательный процесс, на самом деле. Вот. Почему может не получиться? Здесь самый основной фокус в том, чтобы разрезать ровно. А для того, чтобы ровно разрезать, нам с вами пригодится как раз вот эта наша с вами веревочка. Вот, то есть браслетик, который мы делали первым. Его желательно. Ира, где отрезать сейчас? В любом месте. Это не важно. Ну вот, где она там будет у вас внизу, да. Мы с вами ее завязываем. Можно вообще взять эту и свою навязывать? Конечно, уже. Конечно. Ну вот, возьмите. Сейчас возьмите мое, а я вот это возьму. Вот это не очень хорошо получилось. И где надо передать? Наверху, наверху. Так, вот ладошка, вот, должно получиться, вот, просто завязать. Вот. На узел, да? Да, чем плотнее будет, сильнее будет узел, тем лучше. Прям стяните как следует. Вот. Этот узел будет ваш верх. Вот теперь самый большой фокус, это сохранив вот это натяжение, которое у вас было на руке, держа за верх, за верхний узелочек. Снизу, да, разрезать. Вот. Просто разрезаем снизу. Это будет более ровно. Так. Потом можно так подровнять, чтобы нижний хвостик был более-менее ровный. А сейчас все очень просто. Мы с вами должны сделать головку. Лучше вывернуть.
Вот той стороной не где узелочек, а обратный. Вот. Так. Вот. Для этого нам теперь потребуется... Можно белый, можно красный, можно наоборот поменять цвета. Здесь уже как вам больше нравится. Да. Можно да. белую нитку, да? Можно взять? Белую, да. Вот прям как вам нравится. Если мы с вами планируем делать ручки, мы же хотим сделать ручки, да? То лучше головку делать прям совсем крошечной, как повыше. Так. Можно я утащу вас? Да, конечно, все, что вам нравится. А голову делать вот тут вот, да? Вот да, 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 вот это у нас голова, вверх. Вот. Голову можно тоже перевязать такой же сплетенной ниточкой. Вот посмотрите, как здесь, да, здесь вот такой ниточкой перевязали. Вот. Mm-hmm. О, а узел где работал? Лучше несколько раз перекрутить. Тоненькими. Да. Ниточками там. Да. Она большая голова, без разницы. Голова у вас большая. Руки. А где руки-то будут? А, руки. Да. Ну, если без рук, можно большую. Да, если без рук, то завязать. Не важно, не важно. Да, не важно. Просто главное... Обрезаем или она нам еще пригодится? Нет, эту ниточку можно обрезать. Потому что мы иногда можем на крест, на крест. Ну, мы с вами сейчас сделаем такой начальный вариант. А потом... Вот. Ее постажем, чтобы она была. Ножницы тупые. Так. Вот. Ну что ж, теперь делаем ручки. Да. Давайте поменяемся нитками. Можем делать вот так. Здесь, я думаю, что мне хватит 3 пальчиков. А, то есть ручки делают? Так же, да. Нет, нитки берем. Нитки. Ну, я хочу поменять нитки, да. Здесь уже как вам нравится. Если хотите другой цвет, можно другой цвет. Естественно, для ручек не нужно столько наматывать. Вот, поменьше, да, вот у меня получилось стольчик. Вот. Здесь тоже. Лучше бы завязать. Есть мастерицы, которые делают это все настолько на глаз, настолько, скажем так, Даже не на глаз, а, наверное, с закрытыми глазами. Смотрите, я завязала с одной стороны, и я завяжу еще и с другой. Потому что мне больше нравится, когда они пережаты. А можем еще другой вариант попробовать. Сейчас. Смотрите. Мы с вами сделаем... Ну вот это просто, скажем так, будет служебный узел, чтобы он нам с вами удержал всю конструкцию. Завяжем вот здесь ручки. Ну, сделаем как бы кисть руки. Угу. Вот. И с другой стороны тоже завяжем. Так. Хорош. Вот так. Хоп. Вот. Да. Если бы мы с вами сейчас были бы болгарскими мамами,
то мы бы, скорее всего, пели. Что нам мешает? Нет. Боюсь, что и тут я не готова. Сделать. Да, да, и тут с другой стороны, да, тоже. Так, смотрите, вот у меня с одной стороны получилось. Угу. Вот сейчас я точно так же с другой стороны перемотаю красненькой. Не разрезать не надо было? В принципе, можно. Не страшно, перематывайте так, как есть. Будут у вас ручки с пальчиками. Хорошо. Смотрите, вот здесь ручки тоже с пальчиками. Но вот у них здесь, видите, вот чего я пытаюсь сделать. Это вот то, что мы с вами сейчас делаем, только потом еще разрезано. Так, лишнее убираем. Так, что у вас все получится, только с другим. Да. Только другим путем. Вот. Что они совсем коротенькие у них ручки такие, да. Прям совсем красивые. Да. Ну и чем больше мартиница, естественно, тем все крупнее. Вот. Дальше мы с вами просто юбочку разбираем. И вот она у нас, да, ручки посередине. Постаралась, головку совсем крупную сделала. Неважно. Ну, вы хорошо сделали, у вас теперь ручки поместятся. Вот, смотрите. Вот. И теперь что мне нужно сделать? Мне нужен поясок, правильно? Угу. Даже симпатяга получилась. Вот. Если оказаться в Болгарии где-то в середине марта, то огромное количество деревьев будет в мартиницах. Это очень красиво. Как будто цветут деревья в марте. Да. Ира, поясочек завязать на спину, вот эту завязать? Можно на спину, можно тем же цветом. Можно отрезать потом узелочек, чтобы он вам не мешался. Как вам вот захочется, как вам понравится, так и сделайте. А если чтобы он тут болтался вот так? Ну, я бы цвет, если ниточка другого цвета, я бы все-таки его отрезала. Ага. Вот. Поясочек. Так. Ну, у меня, так как у меня все-таки красный помпончик, то, значит, у меня все-таки мальчик. Буду делать мальчик. Мальчику мы просто делаем ножки. Ручки-штанишки. А у нас девочки с девочками. А если у вас беленький, то... А мальчику надо что сделать? А мальчику нужно разделить и сделать штанишки. Сейчас тоже по краям тогда белым. Просто, да, да, завязать, и все, и будет у нас с вами мальчик. Угу. Катерина, у вас получилась девочка. Очень симпатичная. Да, изначально. Да. И разрезай в ручки или оставляй? Покажите. Давайте разрежем. Так. То есть можно вот сюда на пиджак прикрепить? Да.
А друга будете делать? Ну, конечно. Вот. Так, штанишки. Так и рассмотрите. Вот. Да, да, только потуже, туже перетягивайте. Чем вы туже перетянете, тем она лучше будет держаться. Угу. Конечно, приятнее работать с натуральной ниткой, с натуральной шерстью. Вот, получается мягкий. То есть они делают из шерсти или, в принципе, лен можно использовать? Знаете, мне лучше, чтобы нитка была мягкая, потому что я, нет, не принесла. Однажды я просто купила нитку довольно-таки жесткую, ну так, нечаянно получилось. И не получилось хороших мартениц с нее. Лен в Белоруссии в основном, да. Всякие куколки льняные. Но опять же, для Болгарии традиционная нитка это шерстяная, да. Поэтому. У нас даже где-то была изо льна экспозиция куколка. Так. Вот. Ну что ж, вам осталось теперь делать мальчика. Вообще и мальчик. Да. Я-то обрадовалась, думаю. Нет, еще мальчик. Еще мальчик. Одна парочка. Да. Саш, присоединяйтесь, если хотите к нам себе сделать украшение или подарок. Надо же, знаете, у меня тьфу-тьфу-тьфу. Такого красивого мальчика. Интересно. Давно не получалось. И руки, пальчики сделать, разрезать, да, вот здесь. Знаете, у вас очень симпатичные пальчики. Не ну надо да, разрезать. Можно и разрезать. Угу. От ниток, от настроения зависит, конечно. Когда делают с детками этот мастер-класс, допустим, в школе, предлагают, чтобы дети накручивали на картонку, то есть ниточку на картонку. То есть ребенку как-то привычнее. Не то чтобы привычнее, но удобнее. Удобнее, потому что, опять же, на ладошку, и с ладошки срезать тяжеловато. Наверное, для наших зрителей онлайн это очень тихий мастер-класс. Тут можно сопровождение мазока, да, выбрать себе. Непривычно тихий. А потом можно перемотать, посмотреть еще да. раз. Сделать с детьми. Потому что... Самое главное, чтобы камера крупным планом вас показывала. Ну что ж. Как что? Закрепить. Так. Один есть. Вот мой пижу. Тихо-тихо. Красивый. То. Ух, так, у меня прям уголок крупный тут. Безобразный. Так. Теперь пента. Нет, это имена. Пижу и пенда – это имена. Я не могу сказать, что они традиционные для Болгарии. То есть вы сейчас вряд ли найдете человека, которого бы так звали. Это больше, скажем так, тоже фольклорный персонаж из легенд. Ну, исторически сложилось, что вот так их называют. Дополнительные цвета в красно-белую, скажем так, традиционную композицию стали добавлять еще и в древности. Но только чаще всего это была какая-то бусинка. Допустим, синенькая бусинка или зеленая,
то есть как тоже такой дополнительный цвет, символичный очень. Сейчас уже делают из самых разных ниток. Единственное... Может, вам получится? Единственная особенность, что, конечно, либо белого, либо красного должно быть все-таки больше. Да, хоть какое-то красно-белое сочетание должно. Это как вышивки, да, традиционно? Красный и белый. Да, да. Есть безумное количество сувениров тоже на тематику мартениц. Принято дарить их не только с расчетом на то, что этот человек будет носить, да, на одежде или на руке, просто дом украсит, да, украсит машину, если хотите. Принято даже на домашних до животных вешать мартениц. Хорошо, вот они повесили на дерево. Повисела, а потом... А потом пришла весна, настоящая весна. Mm-hmm. То есть распустились деревья. Аист прилетел, кстати, тоже еще один из вариантов, когда снять мартеницу. Увидели первого аиста. Все, значит, весна уже пришла, значит, бабушка Марта уже все. Не будет. Злой. Сейчас, секунду, я тоже вам белый отдам. И снимают. Вот интересный персонаж Баба Марта. Вот как ее характеризуют? Это как Баба Яга наша? Нет, или... Баба Марта это старшая, это сестра, младшая сестра двух братьев, января и февраля. Тут мы здесь взрослые, поэтому можно рассказать легенду в полном виде. Считается, что два брата, февраль и январь, обидели... Два брата бабушки Марты, январь и февраль, обидели сестру. Они выпили все ее вино. Поэтому Марта приходит, а вина нет, ее бочка пуста. И вот здесь уже она решает, что надо отомстить, надо быть капризной. Лужи должны быть, снег должен быть, погода плохая должна быть. Это то для того, чтобы она подобрела. Мы и делаем мартиницы, мы всячески ее просим о том, чтобы погода наладилась, чтобы пришла весна, чтобы тучи рассеялись и было бы солнце. Так, нитки, да? Так, сейчас я увлеклась. Детям я обычно про вино не рассказываю. А какие-то традиционные угощения, помимо, чтобы дарить мартиницы? Нет, с мартиницами не принято ни конфет, ни пирожных, ничего не дарят. Нет, именно дарят мартиницы. Так, может, я потащу. Так, пум-пум-пум. А, так, собственно, у меня же есть. Вот здесь есть такой фокус. Значит... Та веревочка, на которой у нас с вами одна сидела, да? У вас кого-то девочка, у кого-то мальчик. Вот желательно бы ей эту голову подзавязать. Уже поздно. Ну ничего страшного, потом свяжете. А, я все думала, как же ее подзавязать. На одну посадить. Да, их на одну посадить. Ой, какая неудачная ниточка. Сейчас я ее заплету. Спасаем, спасаем, спасаем моего пенду. Вот. Какие вот сейчас, скажем, популярные имена в Болгарии? Давайте я вам расскажу. Дело в том, что я училась в болгарской школе. Ну, в обычной болгарской школе в Болгарии. И со мной в классе учились... Несколько Даниэл, то есть какое-то время назад Даниэла это было очень популярное имя. Даниил? Даниэла. А, Даниэла. Девочка, да, Даниэла. А для мальчиков, еще для девочек еще очень популярное имя было Стелиана, Стелла, очень много у нас было девочек. А, Нелли было довольно-таки популярное имя, Невена. Для мальчиков очень много было всевозможных славиков, только в России принято сокращать до, какого, до славика. В Болгарии нет. Святослав, он и будет Святославом.
У меня подруга когда-то была знакома с болгарином, которого звали Светлана. Ух ты. То есть вот я Светлана, она удивлялась, она говорит, а вот его звали, ну это было, извините, очень давно. Со мной училась девочка Иванка, Петранка. То есть это вот от Иван и от Петр, только девчачьи имена. Ну да, это нормально, Иван. Да. А Злата не болгарская? Встречается в Болгарии довольно часто. Я не могу сказать, что оно вот прям только болгарское, мне кажется, что нет. Но встречается. Очень много Георгиев, я знаю. О, да. Моя первая любовь в школе был Георгий. Мальчик сидел со мной в первом классе за одной партой. Нет, во втором. Какие еще? А сокращает Георгий вот. Гошу. Гошу уменьшительно, Гоша. Гошу. Интересно. Гоша. Был такой Гоша. Так. Ой, а я тут ходила в кружок для пенсионеров по рисованию. У нас один болгарин, ну он уже здесь женился. Ну, уже пошел. Его звали Йовчо. 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 Да. Вот. Да. На самом деле очень много таких традиционных и для русского уха имен. Очень много Петров, Иванов, Димитров. Но Дмитрий, но в болгарском варианте это будет звучать как Димитр. Очень много, очень часто встречается Кирилл. Да. Ну да, Кирилл и Мефодий. А Мефодиев нет? Методий. Методий ходит. Сначала завязывайте. Тоже. Да, лучше завяжите. Вот, вот это ваше колечко обязательно завяжите. Вот так. Вот видите, как я еще не разрезала. Нет, ручка, это ручка. А, вы это у вас ручки? Ручки? Рука, да. Да. Ну, ну тогда можете не, за, ну, не завязывать еще здесь, а завязать манжетиками. Да, то есть. Это, ну я потом кончу, когда завязаю. Так. А сейчас как-то их можно пропустить на одну нитку? Или нужно развязать ему шею? Нет, не надо, не пропускайте. Потом просто это все свяжется и все. Так, смотрите. Вот, как бы это тело. Вот, вот, просто сделайте манжетики. Манжетики сделайте ему и все. Проще, когда сначала завязано, но это же дело. Ну да, проще, когда завязано, но... Вот так здесь, с двух сторон? Да. Только, смотрите. Не вот через эту, а через вот так. Да. Вот так. Да, и все. И все получится. Вот. Все. Ну что ж, девочка почти готова. Катерина, можно я воспользуюсь случаем и приглашу наших зрителей на концерт? Да, конечно. Ну, нужно. Это нужно. В честь 1 марта. Да. Всех пригласить. На самом деле для Болгарии март месяц особенный, потому что мы не только встречаем бабушку Марту 1 марта, но и отмечаем национальный праздник Болгарии. 3 марта – это день освобождения от османского владычества. Каждый год в этот день у нас проходит много разных интересных мероприятий. Конечно, пандемия наложила свой отпечаток, поэтому в этом году все празднование будет не так активно, как нам бы хотелось. Но тем не менее, в музее, в зале музея Чайковский и Москва на Кудринской площади будет праздничный концерт с участием двух болгарских музыкантов Надежды Цановой и Петром Македонским, которые привозят очень интересную классическую программу. Билеты на концерт продаются онлайн на сайте музея. Их немного, но они еще есть. Будем очень рады, если с нами этот праздник отметят наши друзья. Вот. Так. Мне кажется, билетов совсем немного. Вот прям... Да. Разобрали. Нет, не разобрали. Там, зал мы, к сожалению, да, наполовину. Зал 50% наполняемости. Да. И...
сожалению, да. Поэтому много желающих. Ира, скажите, пожалуйста, как красиво соединить, раз они порознь. Так. Ну, здесь нужно будет доплести, допустим. Угу. Вот это можно разрезать, ну просто отрезать вот так узелочек и доплести. Можно угу. доплести не таким сложным способом, а просто. Ну вот так, только из четырех ниток. Ну, допустим, вы соедините белую с красным и сплетете. Ну, давайте попробуем вместе. Так. Смотрите. Двумя руками. Ты следуешь, они начинают делать. Поэтому сюда распустим. Юбку подрезала. Совсем короткая. Ну, сейчас мы не дадим. Вот, 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 пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Сейчас, нет, сейчас. И вот он. Допустим, так. Узелочек. Последний узелочек. Ну вот тоже угу. с той же стороны можно так сделать. Так, и у меня по плану юбочка. Вот. Ну, хотели, конечно, чтобы они у нас были одинаковые по размеру. Мальчик и девочка? Да. Здесь у нас парочка. Юбка. Все. Что нужно сделать? А, руки. Думаю, чего-то не хватает. Конечно, рук. Так. Ира, а почему они у меня не хотят вот так скрутиться красиво? Ну, потому что вы, скорее всего, крутите в одну сторону. Одна рука в одну, другая в другую. Угу. Здрасте. Здрасте. Баба, можно? Да, как у вас дела? А у нас идет мастер-класс съемка. Присоединяйтесь. Какая красота. Да. Я коротко поздравить вас. Спасибо. Вы на камеру прям можете поставить. Да. Я с удовольствием. Можно, да? Да, да, да. Хорошо. Я с удовольствием. Нас снимают. Что надо делать, говорите? Вы хотели поздравить. Да. Вы хотели поздравить. Мы плетем каждый год. Какая красота вообще. Вот, смотрите. Да, да. Вот, так, вот, так, вот сюда, так, на Карине встать. Сейчас. Да, да, да. Здесь. Так. Меня зовут Елена Немых, я режиссер кино. Я с Болгарским культурным институтом познакомилась где-то около 2 или 3 лет назад, совершенно случайно. Обожаю все, все болгарское. Мне нравится болгарская кухня, мне нравится болгарская культура. Мне нравится Болгарский культурный институт. Мы каждый год плетем вот такие мартишоры. Мартиницы. Я их называю почему-то мартишоры, видимо, немножко на румынский склад. Вот, значит, замечательная Ирина Ромок. И каждую бабу Марту мы любим встречаться, общаться и дарить такие вот косички. Вот, значит, мне очень нравится... Вообще все в Болгарии. Но... И нравится, что Баба Марта веселый праздник. Чем-то он похож на Масленицу. Но Масленица начнется 8 марта. Точно. И в конце всегда сжигают чучело. 14 обычно. В этом году. 14 марта сожгут чучело. А в этом году, вот, по-моему, никакого чучела не будут сжигать.
У вас точно не сжигают? Нет. Вот, поэтому мне очень нравится, я вот дико рада, что Ира Ромак, например, ведет болгарский язык. Нет, я не веду болгарский язык. Ну, не важно, она организует. Я не преподаватель, да. Ну, не важно, она организует. У нас есть курсы болгарского языка, да, в Болгарском культурном институте. И мы пытаемся тоже изучать все слова. Вот, я всегда говорю, Моля, заповядайте, Моля. Вот, поэтому мне нравится в Болгарии, как сказать, доброжелательность. Да. Мне нравится доброжелательность, мне нравится, что в Болгарии, как сказать, очень хорошо относятся к детям и к старикам. Для меня это первое, что может быть. Вот. Спасибо. Так что от меня также вклад. Спасибо, спасибо, Ирочка. Большое. Спасибо огромное. Вот, обнимаю. Спасибо. Добро пожаловать. Присоединяйтесь. Да. Мало того, хочу сказать, что я собираюсь в Болгарии снимать кино. И делаю все, чтобы в этом году, несмотря на карантин и масочки, мы запустились. Дай Боже, дай вот Боже, чтобы у нас с вами все получилось. Так, ну мы на самом деле уже заканчиваем, но я вам могу заготовочку предложить. Коллег, пожалуйста. Попробуйте сделать вот такую косичку. Я готова. Ирина, я уже на финишной прямой, да. Ну что с ними? Как? Так, теперь, сейчас, секундочку, я только... Я хочу такую научиться, вот таких детей делать. Расскажу. Расскажи. Значит, теперь дайте два пальчика. Вот, нет, вот так. Вот так. Положи. Ты какой такой размер? Еще. Нет, мы можем с вами попасть между... На руках. Между ними? Да, между головками. Между головками. Сейчас. Подождите. Подождите, подождите, подождите. Здесь хитрый бантик. Да, тут хитрый бантик. Так, теперь сползаем. Сползаем. Пальцы, да? Да. Какая красотища. Ух ты. Так, так, так. Ну надо же. Немножко не так, но принцип тот же. Принцип бантика. Принцип бантика. Должен быть принцип бантика. В следующий раз нам нужно будет с вами вот здесь еще перевязать вот эту ниточку. И тогда получится... У меня девочка миниатюрненькая такая получилась. Да. Слушайте, какая красота. Да, подождите, давайте попробуем переделать. Да. Мы можем перевязать. Сейчас. Чтобы красиво. Элегантно. Да. Лапы расставили. Пижу и пендра. А вы пижу и пендра. А вы присаживайтесь. Нет, я постою. Так. Значит, мы с вами тоже на этом же этапе, да? Ира, вот смотрите, у меня не порознь сейчас. Давайте вместе придумаем, как их соединить. Да, девочка, ты головы. Значит... Красотища. Попробуем. Так. Попробуем так. Так. А вот теперь давайте. Опять два пальца. Да. Одно крест, да? Одно сюда. Нет, все равно все. А кто выиграл в конкурсе? Подведение итогов конкурса, онлайн-конкурса видео у нас состоится сегодня. Серьезно? Через час. Через час. Через час. Здорово. Да. А я приехала в библиотеку, я пишу работу по Фулбрайту, называется «Аргонавты». И приезжаю в библиотеку периодически. Думаю, дай зайду, поздравлю. Любимый Болгарский культурный институт. Правильно сделали. Оно... Нет, Кейти, соскакивает. Ну вот хорошо же получилось. Ну вот сейчас лучше, да. Сейчас лучше, вот так. Как здорово. Вот так. Нет, мне нравится. Нет, и с первого раза получается. Пежи пен, да, я купила как-то овечки сувениры, просто, да? Видимо, овечки-то... Овечки это вам... Пежи и пента. О! Такие магнитики. Я их увидела в аэропорту, думаю, какая красота, дай куплю. И они, у них было. Варианты мартиниц – неисчислимое количество. Но если вы купили магнитики, то, скорее всего, эта история не болгарская, а китайская. Серьезно? Почему? Вы думаете, китайцы стали делать болгарские магниты? Вряд ли. Нет. Вряд ли. Китайцы далеки от этой истории. Нет, я думаю, что сейчас это все
бизнес. Очень ближе к народу. Да. Очень все. А это что такое, помпончики? Это помпончики. Слушайте, здесь здорово как? Хотя мне не нравится, как у нас с вами получилось, так, вот если делать? Так. Поэтому просто бантик. Я там на бантик. Наверное, нужно было подлиннее ниточку. Слушайте, красотища. Это я вам завязываю просто на бантик. Угу. Вот. Вот слушайте, это. А вот это кто, барашек? Да, таких это... барашков тоже можно делать? Ну, это, наверное, это дело мастер из Болгарии. Да. Как красиво. Вот, я вам просто завязала на бантик. А можно покупать сувениры? В Болгарии, да. Нет, здесь можно было? Нет. Это образцы. Вы сделаете копилку. Нет, это образцы, которые, собственно, я принесла для того, чтобы мы просто посмотрели, какие. А я хотела покупать. Нет. Смотрите, вот такой можно купить. Только сами. И расскажите просто мне. Да, давайте с вами. Только можно сделать своими руками. Давайте попробуем сообразить. В этом году, наверное, сколько? 15. Мартинс. Так. Замечательно. Я их почему-то не продаю. Почему-то в марте всегда плету. Не знаю почему. Замечательно. Давайте попробуем так. Посмотрим, что у нас не получится. И такая есть вот это вот. И расскажите еще, что есть еще. Мне интересно. Какие еще есть виды? Что, какие еще есть виды? Вот есть пена, пижу пен, да? Так. Ну, здесь вам придется немножко отрезать. Помпончики, бантик из двойной ниточки. Ой, да, ну, на самом деле количество вариантов, оно зависит только от фантазии человека, который ее делает. То есть главное красно-белые ниточки? Да, желательно, да. Слушайте, как здорово. Я почему-то все время к лету бываю в Болгарии, поэтому все время почему-то этот праздник застаю где-то либо в посольстве, либо здесь. В марте. В Болгарии тоже еще холодно. Так, давайте. Холодно, да, там еще снег вот еще. Так. И вот пока ангелов пока строго-строго говорит, пока не надо ехать. Ирина, выключаем да, эфир? Давайте, да. Тогда можно пожелание сказать. Друзья, частито баба Марта. Пусть у вас в этом году все будет хорошо. Пусть в вашей семье все будут здоровы. Пусть в вашем доме будет мир, благополучие. Пусть дети вас радуют. Пусть ваши друзья приносят вам удовольствие, веселье. Надеемся, что у нас будет получаться в этом году чаще встречаться. Я благодарю хозяев этого дома, Центр славянских культур, за то, что каждый год мы здесь с вами придем в Мартиницу. Все, всего доброго. Да. До встречи. И приходите читать интересные книги на наши мероприятия. Мы работаем.